Здравствуйте, дорогие друзья! Я Инна, это канал Speak Easy, и здесь мы изучаем английский язык. Подписывайтесь на канал и будем учить английский язык вместе. В этом уроке мы учим слова и выражения на английском языке из фильмов и всегда начинаем со слов нового фильма. В правом верхнем углу подсказка, по которой вы можете перейти на 9-ю серию. А теперь давайте приступим к изучению новых слов. Повторяйте за мной на английском. Appointment. Встреча. Buy, bought, bought. Покупать. Chest of drawers. Комод. Comfortable. Удобное. Corner. Угол. Everything. Если дословный перевод, это каждое. Но чаще всего принято говорить все. Get dressed. Одеваться. Impossible. Невозможный. Невозможно. No new known. Знать. Leave, left, left. Покидать, оставлять. Move. Двигать. Paint. Краска, а если глагол, красить. Put, put, put. Положить, поставить. Too busy. Слишком занята. Wall. Стена. Теперь наоборот. Я говорю на русском языке и делаю паузу. Вы вслух произносите перевод, затем проверяете себя. Начинаем. Встреча. Appointment. Покупать. Buy, bought, bought. Комод. Chest of drawers. Удобное. Comfortable. Угол. Corner. Каждое. Все. Everything. Одеваться. Get dressed. Невозможный. Невозможно. Impossible. Знать. No new known. Покидать, оставлять. Leave, left, left. Двигать. Move. Краска, красить. Paint. Положить, поставить. Put, put, put. Слишком занята. Too busy. Стена. Wall. Повторяем слова из 8-й серии. Bed. Кровать. Computer game. Компьютерная игра. Get up, got up, got up. Вставать, подниматься. Perfect. Идеальный, прекрасный. Rock music. Рок-музыка. Shop manager. Управляющий магазином. Store. Магазин. Tuesday. Вторник. Wednesday. Среда. What time? Во сколько? Теперь наоборот. Кровать. Bed. Компьютерная игра. Computer game. Вставать, подниматься. Get up, got up, got up. Идеальный, прекрасный. Perfect. Рок-музыка. Rock music. Управляющий магазином. Shop manager. Магазин. Store. Вторник. Tuesday. Среда. Wednesday. Во сколько? What time? Повторяем слова из 7-й серии. Go and gone. Идти, ехать. Gym. Тренажерный зал. Just say. Просто скажи. Noise. Шум. Speak, spoke, spoken. Говорить. Still. Все еще. Think, thought, thought. Думать. Travel. Путешествовать, путешествие. Want. Хотеть. Weekend. Выходные.
You are welcome. Не за что. Теперь наоборот. Идти, ехать. Go, went, gone. Тренажерный зал. Gym. Просто скажи. Just say. Шум. Noise. Говорить. Speak, spoke, spoken. Все еще. Still. Думать. Think, thought, thought. Путешествовать, путешествие. Travel. Хотеть. Want. Выходные. Weekend. Не за что. You are welcome. А теперь, дорогие друзья, четвертое повторение. И это слова из первой серии. Bedroom. Спальня. Big. Большой. Day. День. Friendly. Дружелюбный. Happy. Счастливый. Here. Здесь. House. Дом. Interview. Интервью. Jazz. Jazz. Job. Работа, профессия. Live. Жить. Meet, met, met. Знакомиться, встречать. Month. Месяц. Musician. Музыкант. Nice. Милый, красивый. People. Люди. Play. Играть. Pound. Фунт. Quiet. Тихий, спокойный. Small. Маленький. Smoke. Курить. Week. Неделя. Теперь наоборот. Спальня. Bedroom. Большой. Big. День. Day. Дружелюбный. Friendly. Счастливый. Happy. Здесь. Here. Дом. House. Интервью. Interviewer. Jazz. Jazz. Работа, профессия. Job. Жить. Live. Знакомиться, встречать. Meet, met, met. Месяц. Month. Музыкант. Musician. Милый, красивый. Nice. Люди. People. Играть. Play. Фунт. Pound. Тихий, спокойный. Quiet. Маленький. Small. Курить. Smoke. Неделя. Week. Дорогие друзья, это была работа над словами. Ставьте класс этому уроку, задавайте вопросы и пишите комментарии. А я прощаюсь с вами до следующего урока и желаю вам больших успехов в изучении английского языка.